полиэтиленовый пакет разлагается в природе дольше, чем 1000 лет. Как удобно складывать каждое яблоко и каждый помидор в отдельный пакет, правда? Но если бы вы знали, сколько пластика оказывается в природе из-за этого мнимого удобства. Пластик разлагается на мелкие частицы, попадает в пищу животных и птиц и убивает их. Давайте спасать эти жизни. Полиэтиленовый пакет – это убийца природы.